Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Поя. Мы в четвертом акте. Пойдем мы в шахты. Так, что там по квесту? Ой, а мы что-то с кем-то не поговорили. Ага, просят вас уничтожить зверя, обитающего в шахтах. Ага, найдите способ сломать печать. Ну все, ясно. Зверя какого-то убивать придется. Слушайте, а что вот это такое? Вот это вот. Мы какую-то награду не взяли? Давайте глянем. Ага. Ага, камушки. И какой же взять? Ну, не знаю, по логике вещей, может, зеленый? Давайте глянем, что это. Физурон, молния. Ну, такое. У меня-то есть камушек? Где-то он есть. Па-па-па-па-па-па. Где-то же я его брал. А, вот он. Здоровье, мана. Вот мне что нравится, что здоровье прибавляет. Ладно, пускай валяется. О! О! Старые друзья! Ух ты, мыши! Летучие. Что-то больно входит. Ух ты, какие-то такие шахтеры. А, смотрите, их вместо рука кирка. Ова. Прикол. Ого, залп. Приветственный. Нет, ого, ого, что это такое? Что за пауки? Что там, босс какой-то, что ли? Ой, а я горю. Парни, горю! О, вроде это что-то сдохло. Или нет? Блин, а кто же их вызывает-то? Парни, что там происходит? А, понял. Теневой миротворец. Теневин. Теневин. Господи, ты сдохнешь? У меня уже банки почти кончились. Ого. Так, алхим. Топор. Нормально. Ну пошли вверх туда, да? О, сундучок. Ларец. Не знаю, промахнулся. Так, что ларец делает? Группа монстров 3. Редкость. Так, содержит отраженные предметы. Ларец сохраняет несколько волн монстров. Поджигает при... Ай, пошел ты в жопу. Ого. Что он там делает? Ха! Ого! Ого! Понял. Острый шип.
Блин, что-то дамаги не хватает, парни. Ого! Ха-ха! Да, такое. Такое все удовольствие. Острый шип, меткий глаз, легкое облако. Блин, что-то мне уже это не по себе от этих шахт. Там еще какого-то зверя убить надо. Колчан. Так. Чё за ларец? Златокузнеца? Ну, такое. Ого. А, видали? Этот чувак. Как он называется? Мертвяк. Кладбищенский. Мертвяк мертвяками кидает. Понял. Наряд. Ну, может, что-нибудь путное. Так, ставим нашу трапу. Оп! О! Нормально. Ого! Ой! Блин, надо качаться. У меня такая инфа есть. 67-й левел локации. Это 69-й. Но что-то входит вообще не в себя. Ну, такое. Так, давайте отойдем немножко. Вот такое мое дерево, да? На паузу поставите, посмотрите. Решил я пробираться вот сюда, по-моему, да? Угу. Вот в это вот ХП возьму и камушек по пути. Так. Я, конечно, оптимист. До этого всего дожить надо. А потом, наверное, вот так вот схожу. Вот так, вот так, вот так, вот так. И сюда. Но это уже хрен знает, какой левел будет. Так, ладно. Меня еще смущает вот этот вот переход. Можно было как-нибудь, не знаю, вот так вот бы, наверное, сходить. Ну, тут вообще хреново туча скиллов тратится. Но урона так порядочно добавляет. Ну, ладно. Если что, там, не знаю, этих сфер раскаяния поднакопим. Блин, сколько у меня там? 4900. Блин. Вот на первой локации, 4 акта, там все разлетались, а здесь что-то они такие, такие себе крепенькие. Ага, поджигают. Короче, стоять нельзя. Мышь. Давайте мышь рассмотрим. Ого. Фига она такая, скат типа. Блин, страшная тварь. Что мне нравится, что в пое мобы они такие самобытные, они именно что монстры. Ого. Там что-то из стены ворвалось. Ой. Вроде не босс, а вроде страшно. Сфера хаоса, что-то, блин, не успел прочитать. Видали? Ха, высыпалось так. Во, что монстры именно что монстры. Это не то, что там всем нам привычные, там, не знаю, орки, там какие-нибудь демоны. Да, то есть там рога, крылья, там, хвост. А-ля балроги. А тут именно что такие вот прям твари прям. Не в каждом хорроре такие есть. Блин, я бы не против уже был. Вот, короче, из этих вот штук
Вроде вот эта хаоса тварь вылезла, так? Она тут не вылезет, нет? Не против бы уже какой-нибудь вейпоинт найти, не знаю, или босса уже всечь ему. А, понял. Ха! Второй уровень шахт. Ну что ж, второй уровень шахт будет во второй части. А с вами был Миридар. До новых встреч. Пока.